Тема довольно-таки уже популярная, да, в наше время. И кто только не говорил о семье, о семейных отношениях, о браке. Даже люди, которые никогда не были в браке или которые неуспешны в браке, говорят о браке, да, то есть как бы о супружестве, о браке. Вот, я хочу передать те знания, которые опыты, да, которые есть у меня определенный опыт, да, супружеской жизни. Вот, ну и знания моих учителей, которые на самом деле успешны в этом, то есть как бы в браке, которые успешны. То есть как бы вы всех очень хорошо знаете, вы знаете меня тоже, с кем я общался, да, то есть и кто мог дать примеры именно такого благостного, хорошего брака. Я довольно-таки, ну, можно сказать, долгое время общался с этим человеком, вот, со своим шикшигуру, да, который именно был очень и сейчас успешен в браке, именно духовный брак. И мы много на этих темах говорили. Ну, а также я как бы поделюсь определенными ведическими знаниями, которые и в шастрах описаны. Вот это могу сразу дать источник, да, Шримад-Бхагаватам, там 7-я песня, начиная с 11 главы. Вот там именно описывается именно все положения женщины, мужчины, какой должен быть брак, все там есть. То есть поэтому как бы я не буду таким голословным для того, чтобы говорить, вот в ведах что-то говорится. Посмотрите, пожалуйста, откройте для себя, если что надо, мы с вами поговорим. Как сказала одна известная актриса, что семья заменяет все. Поэтому прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее, все или семья. Поэтому мы должны, да, очень серьезно отнестись к вопросу брака, к вопросу супружества. Потому что на самом деле есть брак, который полностью может уничтожить всю вашу жизнь, полностью свести ее на нет. И есть брак, который может очень сильно возвысить, то есть как бы и выполнить все ваши желания, мечты и так далее, и так далее, и так далее. То есть если вы правильно построили этот брак, правильно осознали его, правильно поняли, для чего он создается. Много об этом говорится, много об этом обсуждается, рассказывается, но, к сожалению, с периодом времени не становится лучше, да, в отношении брака, в отношении отношений, в семейных отношений. И по статистике сейчас по украинской у нас, то есть как бы 80%, 85% разводов. Это очень много. Это практически очень много. Есть разводы, которые вот, ну, вот, сдаются отчеты поквартально, да, сколько. Есть вот пары, количество пар расписалось, и через там квартал это же количество пар развелось полностью, понимаете? То есть люди не понимают, зачем они, то есть как бы создают семью, для чего это создается, зачем это делается вообще. То есть как бы, ну, сошлись и разошлись, какие проблемы. Но последствия этих проблем мы не осознаем даже, последствия этих проблем. Это поломанные судьбы, поломанные психологические, то есть как бы травмы очень серьезные, которые потом влияют потом на все оставшиеся знакомства. Это кармические вещи, которые мы не прошли, которые мы будем проходить также. То есть мы даже не задумываемся над этим, какие последствия несут за собой именно разрушенный брак. Разрушенный брак. Это касается как мужчин, так и женщин. Поэтому сегодня мы, 2 дня у нас будет посвящена эта работа. Первый день мы сегодня поговорим о том, что, для чего вообще мы создаем брак, зачем. Мы поговорим, да, я не люблю читать монологи, да, то есть как бы, я люблю, когда мы общаемся. Для чего мы вообще создаем семью, зачем этот институт нам нужен? Ведь согласитесь, что мужчина и женщина может жить отдельно, так же? Как мужчина, так и женщина, никаких проблем. То есть встречаться на время, расходиться, опять встречаться, расходиться. Зачем нам нужен институт брака? Давайте мы обсудим этот вопрос. Мы обсудим вопрос, как надо, то есть как бы относиться к своему партнеру, как мы должны, то есть как вот описывают веды, как мы должны создавать этот союз. Ну, это, то есть, как бы будет у нас как бы такое вот именно по писаниям, что мы должны, как изначально это делалось. Я, может быть, буду говорить крамольные вещи, то есть, как бы, но они как бы имеют место жить, потому что я очень глубоко изучал эти вопросы, будучи психологом, да, и ко мне приходят люди именно, одна из основных проблем, с которым ко мне приходят, это отношения.
То есть одна из основных проблем, потому что на самом деле очень тяжело смотреть на развивающихся духовно и то есть, как бы, материально женщин, которые одиноки, которые не могут найти себе достойного мужчину, или наоборот мужчина, да, то есть, который развивается, движется вперед, не может найти себе, то есть, как бы, женщину, которая, ну, мог бы с ней создать союз определенный, развиваться, двигаться, идти вперед. Поэтому эти вопросы тоже надо обсудить. И сегодня у нас будет такая тема, мы сегодня рассмотрим те вопросы, которые мы должны обсуждать вместе с супругом, вместе с супругой, для того, чтобы наш союз не развалился. Это очень важные вещи. То есть социологи, они изучили, то есть, как бы, основные вопросы, которые встают при разводе. И вот эти вопросы мы сегодня рассмотрим. Вот что надо, к какому прийти компромиссу для того, чтобы наш брак мог существовать. То есть это те подводные камни, которые в любом случае, на которые наш брачный корабль наткнется. В любом случае, понимаете, в любом случае мы наткнемся, в любом случае они всплывут. И вот нам надо заранее их предупредить, мы должны это все обсудить заранее, для того, чтобы это не выплыло и не потом уже было поздно приходить к определенным, возвращаться к этим вопросам, которые мы не обсудили. Но даже если мы сейчас в браке, мы можем сесть просто и поговорить на эту тему со своим супругой и супругой. Знаете, в чем проблема в данный момент вообще вот и нашего поколения, вот сейчас современного брака, в том, что мы перестали слышать и слушать друг друга. Мы перестали обмениваться энергиями, мы перестали просто-напросто садиться за стол и говорить открыто друг другу свои проблемы, говорить открыто друг другу свои какие-то ожидания, которые мы... Да, мы себе что-то нарисовали, какую-то реальную картину, да, она как-то, эта картина не вырисовывается. И мы не разговариваем, мы ходим, страдаем, мы ходим, злимся, мы ходим, говорим, что вот, у меня не то, то, что я себе нарисовал. Но мы же не берем человека с чистого листа, правильно? Мы же не берем себе супруга с чистого листа, и мы... Как бы будем, сейчас думаем, или мы думаем, что мы сейчас будем воспитывать кого-то, мы под себя перевоспитаем кого-то. Никогда такого не получится. Это утопия полная. То есть мы берем человека уже сформированного. Если бы вы растили человека с самого рождения, вот мой супруг, все, я его воспитываю так, как я хочу. И то он пришел уже в этот мир со своей кармой, со своим характером, со своими какими-то проблемами, вопросами кармическими, которые он должен здесь решить. И мы все равно его не возьмем с чистого листа. У него все равно будут свои какие-то тараканы, которые он с собой принес в эту жизнь. И нам надо будет с ними каким-то образом существовать, жить и, мало того, делить что-то каким-то образом. Семья – это не два человека, а еще троих. Да, который принес с собой этот человек, однозначно. Вот. Поэтому мы обсудим эти вопросы. Вот. И на втором нашем занятии, да, на втором нашем дне мы поговорим о мужчинах и женщинах. Ну, о женщинах я коснусь как бы вскользь, потому что я, ну, не женщина, да, а я именно поговорю о мужчине глазами мужчины. У нас все мужчины говорят почему-то только о женщинах. Все семинары только о женщинах. Такая модная тема, да. Давайте поговорим просто о мужчинах. Кто такой должен мужчина? Просто обсудим эти вещи. Природу изучим. Изучим эту такую загадочную природу мужчины. Потому что о женщинах уже знаем все. Какие они, что они хотят, что они не хотят. Ну, все об этом уже говорят. Все женские знатоки. Вот. А мы, к сожалению, все равно никак ничего не получается у нас как бы подстроиться под эти проблемы. А почему, если так много говорят о женщинах, действительно, это половина ленты, наверное, ну не половина, а там четвертая часть, что надо, какой надо быть женщиной для того, чтобы быть счастливой, они становятся счастливыми. Как вы думаете, какая причина этого? Что много говорят, но мало результатов. Потому что это просто информация, нет практики. Понимаете? Нет, мы должны практически применять в своей жизни что-то. Мы посидели, поохали, поахали, похлопали, посмеялись и разошлись, и ничего не происходит. То есть надо начинать с себя. Мало того, женщины послушали, какая она должна быть, и начинают воспитывать мужчину, какой он должен быть.
да, что а может это еще опыт вещи. Лично этого лектора? А еще опыт должен быть, то есть, да, как бы, может, да? Лектор, ну, я просто часто сталкивался, что некоторые просто вот переносят там опыт своего успеха, или даже действительно хороших, или неуспеха, да. или хороших отношений, переносят это вот, проецируют нам на всех. Вот в чем проблема. Но мы какие-то знания должны именно практически применять к своей личности. То есть мы каждый разный абсолютно, да, то есть веды не описывают людей одинаковых всех, то есть усредненный какой-то такой женский пол, да, который должен выполнять те или иные задачи определенные. Здрасте, ну у каждого свой уровень, у каждого свой духовный уровень, у каждого уровень материального развития, две разные, это разные вещи абсолютно. Одна женщина на эти вещи будет смотреть так, другая будет смотреть так, одна хочет секонд-хенда, другая хочет в дорогих бутиках одеваться, и две разные вообще позиции абсолютно. Понимаете? У всех счастье разное. У всех счастье разное. Мы не должны это усреднять, что у всех одинаковое счастье должно быть. Одна рада булки хлеба с маслом, а другой подавать торт такой-то. То есть, как бы, она не будет счастлива, потому что это запросы другие совсем, понимаете? Вот. Мы не можем понять это все. Одна воспитывалась в одной семье, другая в другой семье, и все по-другому происходит. Понимаете, а мы вот хотим именно, чтобы все были одинаковые, со всеми одинаковыми, то есть как бы проблемами, задачами. Мы решаем каждую свою задачу в этом мире, поймите, мы сюда появляемся для того, чтобы решить определенную задачу. Давайте мы начнем с самого первого, да, давайте, во-первых, мы познакомимся, да, ну, кого-то я знаю, кого-то не знаю, но я хочу, чтобы услышать, вот, что вы хотели бы услышать именно, вот, чтобы я настроил себя именно на вот ту информацию, которую вы хотели услышать. Далее. Да. Начнем справа налево, потому что так энергия. Да, да, да. Ну, мы с вами уже знакомы. Да, а вы не со мной знакомитесь, вы со всеми знакомитесь. Мы тут со всеми знакомы. Меня зовут Алена. Ну, я бы хотела... Ну, хотела что-то нового услышать. А, новое, да? Да. Хорошо. Мы еще не все переслушали. Я очень много слышала и Нарушевича, и ну, вот эта психология 3000. Действительно, очень много рассказано про женщин. А что-то меняется в жизни? 85% говорит о том, что все-таки повторение, наверное, или мать учения, или что-то не доходит. Очень важно понимать то, что мы должны понимать, что если нас приводят. Вот мы, знаете, вот как вот интересно у нас работает подсознание, да? Я-то психолог, работаю с подсознательными процессами. И вот мы, допустим, смотрим какую-то тему, раз нас подсознание привело в эту тему, ага, и мы думаем, да, мы это уже 300 раз слышали, нам это не надо. Стоп, 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 дорогие мои, если вам это не надо, вас бы вы даже не обратили внимания бы на это, понимаете? Вас подсознание ведет на одну и ту же тему, потому что вы не усваиваете какие-то вещи, какие-то вопросы. Пример такой, когда, допустим, женский пример, да, вот женщина хочет купить красные туфли. Как работает подсознание? Вот у нее раз эта программа зародилась, я хочу купить красные туфли. И вы начинаете везде замечать красные туфли. На бигборде, на этой женщине, в витрине магазина, там, 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 везде вы натыкаетесь на эти красные туфли. И пока вы их не купите, вы ваш ум не успокоится. Да? То есть вы везде их будете видеть. Потому что сложилась программа, вам это надо. Все, подсознание начало таким образом работать и вести вас. Точно так же и здесь. То есть мы начинаем, мы видим какую-то тему, у вас это не вы, ваше подсознание так работает. И ум начинает отмахиваться. Стоп, опять же меня сейчас будут грузить, опять мне надо выходить из зоны комфорта. Я это все знаю, я не пойду. А вот как раз таки тебе и надо ходить до тех пор, пока подсознание не будет на это реагировать. Понимаете? Значит, что-то мы не делаем. Что-то нас ведет к этому. Поэтому все правильно. То есть, значит, мы что-то не применяем. Что-то значит. Нам надо еще об этом повторять. Хорошо, спасибо. Меня зовут Дмитрий, я здесь первый раз. Ни с кем не знаком, взаимно. Ну, заявленные темы, то есть там было, какие вопросы надо задавать. Вот мне это интересно. То есть я никогда не состоял в браке, оттого для меня это такой. Далекий бизнес, как знаете, опыта нет, и я абсолютно не понимаю, что же там за этой чертой, как бы заявленная тема. То есть что-то неизведанное. Да, вопросы какие надо задавать, прежде чем, чтобы потом было комфортно, это очень классно, я считаю, что как вот. Раз вовремя, для вот. Меня идеально. Ну вовремя, с одной стороны, да, дело в том, что я готовил этот семинар, да,
по запросу ЗАГСов, да, которые еще в то время как-то обращали на это внимание, катастрофическое было положение, то есть как бы развода всех, да, и надо было каким-то образом, то есть как бы, ну хотя бы готовить людей к тому, куда они идут, что вообще для чего создается семья, зачем это надо все, да, то есть вот, ну, увидели друг друга, через месяц мы пошли в ЗАГС, нормально. Зачем, для чего, почему, ничего, просто понравились. Просто друг другу понравились, вот и все, понимаете. Через 3 месяца в развод, все, мы не просто, оказывается, это такой змей, такой злодей, что я просто не видел этого всего, или не видел я ничего, какая она у меня подколодная. Поэтому мы должны понимать эти вещи, за куда мы идем. Вы знаете, я этот семинар приготовил, и я его... Вот, у себя в клубе «Аватар», да, то есть у меня собрались люди, я его дал, то есть озвучил. И как ко мне пришли пары, которые собирались жениться и выйти замуж, да, мои друзья. Вы знаете, 2 пары отказались вообще жить после этого семинара, то есть заключать брак. Да, мы, один мне сказал, потом говорил, говорит, когда мы стали просто говорить об этом, вот на самом деле это очень важно, мы поняли, какие мы разные люди. Мы такую ошибку совершили, что просто капец какой-то. Мы поняли, что мы не готовы к этому вообще, быть друг с другом вообще мы не готовы. И мы пошли, забрали заявление, мы уже подали заявление. Понимаете? Вот, и сейчас он счастлив, живет с другой девушкой, у них родился уже ребенок, уже все, он счастлив в семье, все нормально. Представьте, какую бы он совершил ошибку, если бы все произошло таким вот образом. Ну, видно, благочестивая карма, что он попал именно для того, чтобы не совершить этих ошибок. Ведь нас ведут, мы не просто так приходим. Юля очень благодарен за организацию всего, то есть как бы Юля тоже, как говорится, с Кришном Шараном, прекрасная пара, молодцы, вот, и они вместе растут, вместе развиваются, и я как бы не понаслышке, это мои друзья очень хорошие, не понаслышке это вижу все, это развитие, это самое главное, вот, что вместе у вас все хорошо. Нет. Я представил. Ну, проблемки есть. Ну, если я у кого? Так как неинтересно было бы жить просто-напросто, если бы не было проблем. Ну что это за жизнь тогда, Господи? Это так не. Да в любом случае, мы ж не приходим ангелами сюда, мы ж несовершенны. Какие у нас несовершенства? Давайте вспомним. А? Давайте вспомним. Есть 4 основных несовершенства. У нас они у всех, абсолютно у всех. Давайте, какие они? Мы склонны ошибаться. Не-не-не, первое какое? У нас несовершенные чувства. Да, то есть у нас чувство, у нас есть определенное свое видение у каждого. То есть мы видим, но мы видим нереальную картину. То есть у нас несовершенные чувства. Из чего это видение складывается? Из нашего воспитания, материального положения, да, то есть как бы из социума, в котором мы находимся, детства там и так далее, наших психологических так, проблем, то есть и так далее, так. Складывается наше видение. И у каждого оно разное, то есть оно несовершенное абсолютно. Мы не видим реальной картины, понимаете, нереальной. Мы вот это складывается в наше видение. Поэтому у нас несовершенные чувства. Потому что, смотрите, я покажу вам картину, вот вам всем, одну и ту же. И вы каждую ее пишете по-разному. 100% вам говорю. От уровня своих знаний, от уровня своего видения и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Это говорит, что у нас несовершенные чувства. Второе, если у нас несовершенные чувства, значит мы что? Мы живем в иллюзии. Правильно? То есть мы создаем себе определенный образ, создаем себе определенную реальность. То есть поэтому мы живем всем в иллюзии. То есть мы создали образ принца на белом коне. Боже, а образ этот вообще не соответствует моему тому, что я создал, моей реальности. Понимаете, реальность. То есть это несовершенные чувства называется. Мы что-то себе нарисовали, да, и создали себе определенную иллюзию. А в реальности получается совсем все наоборот, совсем все по-другому. Понимаете? Поэтому мы в иллюзии живем. А если мы живем в иллюзии, значит, что следующее несовершенство? Мы ошибаемся. То есть мы начинаем ошибаться. То есть мы ошибаемся, все, мы ошиблись. И это у каждого, надо не бояться ошибок. Это нормально. Главное, чтобы мы признавали, да, я ошибся. Надо что-то делать с этим, надо решать этот вопрос, решать эту задачу. Все, я ошибся. Ну, все нормально, все хорошо. Все. Я для того, чтобы здесь учиться этому всему, признавать это все, смиренно принимать все, что ко мне приходит. И следующее несовершенство наше. Мы врем. Мы начинаем врать, потому что наше ложное эго говорит, ну как я могу, я же совершенен, я не могу ошибаться. И вот это, мы начинаем врать окружающим,
что у нас все хорошо, мы счастливы, все классно, или еще что-то, да? Или мы начинаем врать себе, мы страдаем, но я вру себе. Я нереально смотрю на вещи, в иллюзии живу, я начинаю врать себе. Все у меня хорошо, все, ну все же так живут. Значит, и я так должен жить, да? Ну мои родители так жили, я так должен жить, да? Врем, мы врем сами себе. Вот наши четыре несовершенства. И мы никуда от этого не денемся, абсолютно. Поэтому у нас и появляются такие вот вещи, да, то есть мы в семье, мы как бы камни, да, мы начинаем обтесываться, начинаем друг к другу так, раз, как кирпичики, притягиваться. Хорошо. Для этого и создается семья, мы сейчас об этом поговорим. Угу. А что там? Меня зовут Алексей. Угу. Вот. Так как я вас давно не видел, решил на вас посмотреть. Ну вы же не уйдете, да, уже посмотрели, мы еще пообщаемся, да? Ну, как бы я тоже имею какой-то опыт уже в семейной жизни, вот, и мне хотелось бы... Он позитивный или негативный? Разный. Разный, да? Разный, да. Я хотел бы, чтобы вы со мной, ну не в частности со мной, тоже, то есть как бы хотел... часть вашего опыта перенять. Я еще раз хочу сказать, что я просто передаю те знания, которые, передали мне мои учителя, да, которые были мои учителя, и, есть мой личный опыт. Я не претендую на право учителя вашего, понимаете? Нет, вы как бы можете что-то взять для себя, что-то отвергнуть. То есть это ваше право. Я вам даю то, что есть определенный мой личный опыт этого всего видения, как это должно быть. А также опыт, то есть, как бы, моих учителей. Причем позитивный опыт, именно не просто негативный, да, вот, ну, зачем обращаться к негативным, да, вещам, которые, то есть, могут зарождать негативные программы внутри. То есть, мы так и будем говорить, ну, вот он, видишь, у него как, значит, ну, у меня вроде как хорошо, на самом деле, да. На самом деле, ничего хорошего нет. По сравнению. Да, по сравнению с ним, у меня нормально. Вообще, он... Четыре раза уже развелся и женился, я вроде два раза только и нормально, да, еще, да. То есть, все хорошо, еще у меня все впереди. Вот, поэтому, как бы, не надо брать этого опыта, надо, то есть, учиться у людей позитивных, то есть, это... Кстати, это закон бизнеса, учись у успешных людей, а у непроблемных. То есть у нас, к сожалению, сейчас перевернулось все равно с ног на голову. То есть учат тех, кто вообще не имеет отношения никакого к бизнесу там, или еще каким-то вещам. Начинают обучать, как правильно это делать. Покажи пример, как надо это сделать. Вот и поучись на этом примере. Я правильно говорю? Хорошо. Меня зовут Лена. Тоже вас знаю хорошо, люблю вас слушать, ваши лекции. Вот. Я уже была в отношениях, первый брак мой распался, к сожалению. И как бы с высоты уже прожитого понимаешь, что, как всегда, виноваты оба. Угу. Вот. И свои как бы грехи знаю в том числе. Ну и вот, как вы сказали, хочу больше узнать о мужчинах, как они думают, что они чувствуют, чтобы... Ну, при каких-то реакциях, угу. Да, не обижаться, зная, что он думает не так, как я, а по-другому, да? Да. Ну и какие-то другие выводы делать. И хочется хороших отношений, успешных. У меня был интересный пример. Я не говорю о том, что вы должны быть закрыты или врать там мужчина-женщина, но мужчины и женщины, то есть по-разному смотрят на многие вещи. То есть абсолютно по-разному. Вот что приемлемо для мужчины, абсолютно неприемлемо для женщин. То есть вещи, которые приемлемы для мужчины, и все нормально. Женщина это все. То есть она это, ну, в силу своей природы женской. И наоборот, что женщины приемлемо, для мужчины это вообще крах какой-то. То есть в силу своей природы мужской. И вот у меня пара была, у нее постоянные проблемы. Говорит, мы такие открытые, я все рассказываю своей там супруге. Говорю, что? Она начинает на меня ругаться, что ну я ж нормально все делаю. Я говорю, понимаешь, она по своей природе просто этого не понимает. Для нее это неприемлемо просто. Нет. Она смотрит на многие вещи своими женскими глазами, понимаешь? А ты рассказываешь, смотришь своими мужскими глазами. И для нее это просто катастрофа. А для тебя это нормально. Я вам такой пример привожу. У меня был клиент, да, то есть как бы он сам итальянец, а знаете, для итальянцев семья это на первом месте. То есть для них мама это все. Мама для них это святое. То есть они все, они жену подвинут, все, но мама для них это просто святое. Вот. И как-то супруга была где-то в командировке, да, а к нему приехала ее мама, его мама.
Вот. И он ее, ему 30, там, за 30 лет, 38, там что-то такое. И он ложит ее к себе в постель. Говорит, мама, ну ты со мной, давай можно с тобой поспать? То есть мы с тобой поспим, да? То есть, как бы, для него это нормально, он итальянин. Ну, мама, для него это все, мама. У него задней мысли вообще нет, понимаете? И он берет, приезжает его жена, ну и тут приезжала мама, мы с ней вместе спали. Вы знаете, у него до развода дошло. Как? Чужая женщина у меня в постели. Ты что? До развода дошло, понимаете? Они ко мне пришли, говорят, что нам делать? Что мне делать? Я хочу развестись. Чужая женщина у меня в постели. Понимаете? Я говорю, Николя, ну как ты мог рассказать это? Зачем это твое? Зачем это надо было ей, а? А если дочка будет? Понимаете? Вот, то есть вот для них это нормально. Для него это нормально было, как мужчина. То есть, ну мама моя, все. Понимаете, вот так вот происходит. Так значит, не все нужно рассказать. А ум беспокойный сразу. Я не говорю, надо, то есть, понимать, что можно сказать, а что нельзя сказать. Иначе будут проблемы, понимаете, останется внутри это все. Понимаете, останется у женщины или у мужчины. Та вещь, которую он недопонял, не понял правильно. Или тогда приходите, разбирайтесь. Потому что я, допустим, как психолог, никогда не принимаю, если приходят у меня проблемы с отношениями у супругов, я никогда не принимаю отдельно. Потому что у каждого супруга своя субъективная точка зрения. Правильно? Надо выслушать обе стороны. Он же козел. И тебя, и тебя. Да, он же негодяй, он змей. Тут он все. Я просто задушить его. То или а то. Вот, понимаете, у меня своя субъективная точка мнения. Надо выслушать обе стороны, почему так происходит, почему произошли эти вот проблемы. Хорошо, спасибо, Лен. Мы представляемся. Угу. Меня зовут Марина. Я была замужем 2 раза. Один раз в 15 лет, а другой раз в 10 лет. В 15 лет? В 15 лет, я понял, да. А второй раз в 10 лет, может, это полубывающий. Ну и надеюсь, возможно, я сделаю кого-то счастливым еще, может, лет на 20. Ага. Хорошо. Ну уже раз и навсегда надо. То есть, ну как бы вот дальше. Ну. Периоды, да. Ну да. Почему такие 15? Видите, вы продерживаетесь в браке 15, да. То есть вот это проходит период, и все, и мы уже все расходимся, да. Какая-то проблема. Ну, в самом деле какая-то проблема. Вот в этом плане. Угу. Это Наталья, моя супруга, хочу представить, она всегда со мной. Вот, то есть, как бы мы с ней читаем лекции, то есть она помогает, иногда фотографирует, иногда подсказывает, и потом после лекции меня ругает. Вот ты не так сказал, ты там на, так надо было. И так я говорю, хорошо, все, я понял, все нормально. Все. Да? И так из лекции в лекции. Из семинара в семинар. Все нормально, да. Вот, это прекрасно, это хорошо, то есть, как бы обратная. То есть как бы, связь, да, это очень здорово. Поэтому как бы все нормально. Хорошо. Все организационные вопросы к ней, пожалуйста. В настоящий момент. Да. Хорошо. Продолжаем знакомиться. Добрый день. Меня Сергей зовут. Очень приятно, Сергей. Угу. Вот. Мне такое же цікаво послухать. На вещи люди дружите. Угу. Какие смыслы? Нет опыта, да, еще? Нет, в плане дружения нет. Не было, да, вот хорошо, да, хорошо. Легче научиться, чем переучиться. Да. Вот проблема в том, что мы переучиваемся хуже. Потом, нам тяжело это. Вот а научиться правильно изначально, это уже дело другое. Хорошо, спасибо большое, Сергей. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Вопрос, мне нужно сказать, почему я сюда пришла, да? Вопрос, да, ваш, что вы хотите услышать. Тема, в принципе, все по теме. Но я интересуюсь темой отношений, как для себя, так и для... То есть я тоже психолог, как бы, ну, я еще молодой психолог, да, то есть мне это интересно. Я, в принципе, уже много лет изучаю тему отношений, вот, и как бы понимаю важность этого. Плюс я сама еще на данный момент, так скажем, в преддверии такого чего-то очень серьезного, вот я уже это понимаю, поэтому это для меня как бы тоже важно, как бы как лично. Вот. Хорошо, спасибо большое. Да, вы услышите это, то есть то, что вы хотели, особенно в преддверии. Вот сейчас как раз у нас эта тема, в преддверии того, что надо обсудить, да, чтобы нам как бы не войти опять же вот во второй, в третий раз, то есть как бы в ту же самую воду, да, то есть как бы в ту же самую реку. Вот. Хорошо.
Давайте мы теперь начнем с самого начала. А для чего вообще создается брак? Ну, супружество будем называть, да, брак. Совместное ведение хозяйства, рождение детей, воспитание детей. Вы знаете, раньше были вот такие вот, называли их как... мужчины такие, как их называли, они ходили, помогали женщинам вести хозяйство. Они совместно вели хозяйство, но они... Бобыли! Бобыль! Он ходил, заходил к женщине, заходил во двор, говорит, давай с тобой вместе хозяйство вести. Да, повели немножечко, говорит, ну все, я пошел, и пошел, все. Бобыли их называли. Это вот были такие мужчины. Значит, не в хозяйстве дело немножечко, да, то есть, как бы, ну, может, мужчина жить отдельно, ну, зачем ему связывать узами, там, брать ответственность за кого-то. Повели чуть-чуть хозяйство. Только они не хозяйство. Пусть они не хозяйство. Бобыли, да, вот их называли. Вот они такие были, нормально все, чуть-чуть. Вот. Гораздо глубже есть вещи, да, для того, что, ну, для чего мы создаем семью. Ну, давайте мы, как бы, сейчас, для чего мы создаем семью? Психолога вопрос. Однозначно, это наша внутренняя потребность иметь кого-то рядом, чтобы кто-то был. Это просто легче по всем фронтам. Угу. Легче тоже там хозяйство, легче в эмоциональном плане, когда тебя кто-то любит. Ты, у тебя всегда есть, ну, скажем так, в таком идеальном, да, каком-то. Вы не были замужем ни разу? Не, не была. Сразу видно. Картина масла. Ну ладно. Хорошо, да, простите. Ну хорошо, тогда я буду говорить о том, как я это вижу. Да, вот. Да, ну, то есть, я всегда есть человек, на которого ты можешь опереться, с которым ты можешь обсудить какие-то вопросы, то есть твоя поддержка. Да, это как может быть там в каких-то вещах, там, ну, грубо говоря, в плане в жилетку поплакать, mm-hmm. так и вот как-то подбодрить там в каких-то там социальных вещах, что эй, ты можешь, давай. То есть это твой как бы априори близкий человек, ну, если отношения выстраивать как бы грамотно, да, и то это именно для этого и строится. Как бы для того, чтобы, и, ну, легче, в принципе, легче. В моральном плане, в материальном, все, у тебя есть поддержка, у тебя есть тыл, у тебя есть... какой-то просто человек поговорить. Спасибо. Чисто женская позиция. Это чисто женская позиция. Хорошо. Ну, все это странно, если я сказала мужскую позицию. Да, все правильно, это очень хорошо. Правильное понимание, то есть того, что должна защита быть, да, то есть как бы я как бы, то есть как бы нахожу себе партнера для того, чтобы быть у него под защитой. Ну, с женской стороны, позицию. Да, конечно, да. Это очень важно. Ощущать себя защитой. На самом деле это так, да. Ну, как развиваться еще. Проще в паре, когда ты уже в браке с кем-то, даже не просто духовно развиваться, да, духовно да. развиваться проще, потому что, во-первых, мужчина, он уже с одной женщиной, ему не надо там на все стороны ходить, и он уже идет конкретно к цели. И это также мужчине помогает и развиваться не только духовно, и в бизнесе, в работе, то есть, потому что угу. мужчина тоже, он не распыляется по сторонам, семья у него уже как бы... оформлено, можно сказать, и он концентрируется больше на других вещах, на бизнесе mm-hmm. и так далее. А для женщины, в принципе, развиваться проще с мужчиной, с одним. И, в принципе, по карме мы, говорится, что больше всего карма развивается в отношениях, поэтому так, наверное... Мы задачи должны решать, да. К нам приходят те партнеры, которые к нам должны прийти в данный момент. То есть мы должны это понимать, эти вещи. На самом деле правильно, то есть задача брака – это развитие, то есть наше развитие. То есть в браке мы как бы в супружестве мы развиваемся, мы как бы решаем определенные задачи и кармические, и в плане материальном, и духовном, то есть как бы мы... вместе движемся, вместе развиваемся, вместе идем вперед. Это одна из, то есть, как бы, задач, то есть, как бы, семьи, создания семьи, то есть развиваться, относиться. Как описывается в определенных писаниях, там пишется, то есть семья – это мини-модель отношения с Богом. Вот как мы можем построить эту модель, так же мы будем выстраивать эти отношения, понимаете? Если мы даже не можем друг к другу относиться правильно, как мы, о чем мы вообще думаем, куда мы вообще идем, куда мы движемся, если мы даже с близким человеком не можем построить свои отношения. Так же? Знаете, как легко любить на расстоянии? Ой, как я всех люблю.
Как я люблю там того-то, как я люблю свою тещу, когда она там в другом городе, в 10-м живет. Ну стоит ей приехать, куда-то эта любовь девается, елки зеленые. Все что-то, ну что-то не то происходит, а? Другая совсем приезжает какая-то, а? А там где-то далеко, я так люблю ее, что вообще не знаю как. Легче любить без личностна. Легче любить того, кого я вообще там... вообще даже не вижу, не общаюсь с ним и так далее, и так далее. Гораздо тяжелее создать отношения с личностью, потому что каждый человек – это личность со своими переживаниями, со своими проблемами, со своим воспитанием и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы должны подстроиться к этой личности. Не с него начинать, а с себя начинать прежде всего. И для этого и создается брак, чтобы мы могли начинать воспитывать себя, то есть двигаться в этом направлении. То есть убирать эти анархии, которые мы несем из прошлого. И чем чище это происходит, чем быстрее, то есть тем чище у нас становятся отношения, тем они становятся лучше, грамотнее, то есть как бы правильнее. А мужчина развивается в своем плане, потому что он получает подпитку от женщины. То есть эту энергию, она должна у него быть, эта энергия. Он не сможет без нее, потому что женские энергии какие? Богатство. Это все женские энергии. Да, то есть как бы успех, все это женские энергии абсолютно, это женщина должна давать мужчине это все. Мужчина целеустремленный, он должен двигаться вперед, двигаться вверх, идти. Это его задача, без этого ничего не получится. И в этом ему помогает женщина, которая идет за ним, за ним. Это одна, то есть одна еще составляющая, да, то есть развитие, то есть создание семьи. Еще одна составляющая – это рождение ребенка. То есть рождение благочестивого потомства – это тоже очень важная составляющая создания семьи. Без этого не получится. Именно рождение благочестивого потомства. Те души, которые приходят сюда для того, чтобы опять же вместе в семье правильно развиваться. Правильно? То есть мы можем воспитать ребенка, только давая ему две энергии, мужскую и женскую. Только таким образом. Что сейчас происходит в современном мире? То есть институт семьи полностью что? Разбивается. Почему? Потому что, запомните раз и навсегда, семья – это самодостаточная единица, и которая манипулировать извне, если она счастлива, практически невозможно. Вы все получаете внутри семьи, понимаете? Все абсолютно. Все энергии, все счастье, достаток, пищу, еду – все получаете внутри семьи. Это все у вас есть. Вам не надо обращать внимание, то есть на внешнее потребление чего-то. У вас все внутри, понимаете? И вот для того, чтобы вами манипулировать, разбивает это все. Полностью институт семьи разбивается. То есть однополые браки, ювенальная юстиция и так далее, и так далее. Это для чего? Для того, чтобы разбить полностью институт семьи. Чтобы мужчина был слабым, не подпитывался женской энергией, то есть его убирает от этого. То есть, а женщина не получает защиты от мужчины, она становится слабой, она становится зависима. Понимаете? Но когда есть союз, это да, мощный, когда сильный мужчина, и рядом с ним женщина, которая берет у нее эту защиту, ими манипулировать практически невозможно. Согласитесь со мной. Да. Просто невозможно, понимаете? Потому что они самодостаточны. И когда в этой семье воспитываются эти дети, видя примеры сильного мужчины, примеры правильного поведения женщины, все, это выйдут очень сильное потомство, которое будет просто-напросто ими, их не заманишь там. Жвачкой, джинсами и кока-колой. Да, то есть как бы это не надо путь. Они в семье, они все получают. Они все получают, понимаете? Абсолютно все. Телевизором, наверное, больше всего не заманишь. Вообще ничего. Да, да, да. Им будет интересно общаться. Мне повезло в жизни. У меня есть опыт хорошей, сильной семьи. У меня был отец, который давал пример мне, как надо вообще общаться с женщинами, что надо делать, как правильно себя вести в семье. У меня была мама, которая понимала отца. Она, кстати, когда отец ушел, вот он ушел, когда мне было 17 лет, вот она так и не вышла замуж абсолютно. Потому что выходить замуж, абы за кого, говорит, я не хочу. У меня был изначально эталон настоящего мужчины. Сейчас я такого просто не найду. То есть. И она до сих пор, то есть, как бы, вообще... осталась с сыновьями, как говорится. Понимаете? Потому что на самом деле была очень крепкая, сильная семья. Вот где я это просто-напросто увидел, как это должно быть. Как по-настоящему должно это быть. Вот. Рождение ребенка и развитие. Вот для чего мы создаем семью. То есть мы здесь... Семья на самом деле это не наслаждение, как сейчас думают. Понимаете? Это неправильная позиция. Семья это серьезная аскеза.
И все, кто женаты, все это знают, что семья – это серьезная аскеза. Мы друг другу, то есть как бы мы очищаемся. То есть что такое аскеза? Аскеза – это добровольное принятие, да, того, что к нам приходит, какие-то ограничения, лишения. Да? То есть мы не наслаждаемся здесь, мы здесь работаем над собой. Каждый день к нам приходят задачи, которые мы должны решать, которые мы должны, то есть, как бы вместе, то есть, каким-то образом понимать, разрешать, приходить к какому-то компромиссу. Мы должны слышать и слушать друг друга. Проблема в том, что мы разучились этому. Мы разучились. Что сейчас происходит в семьях? Муж приходит с работы, садится в танчики и играет. Жена там, ты кушать будешь? Да, давай сюда, давай, да, 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 все. Мы перестали смотреть друг другу в глаза. Мы перестали просто слышать друг друга, слушать, что с нами происходит.